Привет, народ! Открытие охоты. Приехали на Черный Холод. Все охотятся, а мы рыбачить. Качаем лодки. Народа много. Даже больше, чем надо, он Саня говорит. Бах-бах. Бух-бух. Ух ты. А мы рыбачить приехали. Там и небо черное. А там и небо черное. Ну ладно. Будем. Раз приехали. Он первый сазан. Первый чановский сазан. Неплохой. О, у меня когда клюнет. Чего, Сань? Насколько примерно? Килограмм. Да? Килограмм, говорит. Шустрый, да, тут он? Вообще шустрый. Ну, вижу, вижу. Ну, побольше маленько. Чем килограмм. Ну, ждем. Блин, стреляешь тут. Ёпта, сейчас в глаз мне кто-нибудь попадет. Вон опять Александр ловит, а я нет. Что такое-то? Ловит Саня, а я сижу. Он уже трех штук поймал. А я одного окуня на кукурузу. Вот, более-менее хорошенький. Чего, побольше, да? Нет. Короче, ребята, снимать было нечего сегодня. Весь день просидел. Я не поймал. Поймал всего одного сазана. И потом перешел на окунишку на глаз. Штук 10 поймал окуней. За весь день. Саня поймал. Не знаю, штук 8-10 сазанов. Потом на берегу отсниму его улов. Одного хорошего поймал. Вот так вот. Что-то мне сегодня не подфартило. Да ничего. Переживем. Вот так вот, Черный Колок. Нифига он не рулит. Хотя у кого-то рулит, а у кого-то нет. Сань, ты поймал? Ну, штук 8, даже, может, 10 поймал. Это нормально? Вот, надо было ехать всегда вот так вот. Когда ничего не поймаю, всегда говорю, надо было ехать. Надо было ехать на Кармакло. Короче, на Сарклан. Там парни были вчера, хорошо поймали. Одни поймали килограмм 50 или 60 вдвоем, и Паша поймал килограмм 20 сазана. Но это нормально. Сазан весь ровненький, 1,5 килограмма. Куда лучше, самое то, 1,5. А мы сейчас будем уже заканчивать, время уже вечер. Сейчас, естественно, будут дизлайки, потому что ничего я не отснял. А не отснял я, потому что у меня нифига не клювало. Я же не буду весь день Саню снимать, как он ловит.
Так что как-то так, товарищи рыбаки, на Черный Колок я в этом году больше не поеду. Может быть, еще на Соклан съезжу. Да и не раз. Там-то вроде как клюет. Но сейчас скоро сентябрь. Где-то в середине сентября уже будет вода светлеть. Он уже как бы перестанет клевать. Но в сентябре еще он будет клевать. Хотя кто знает, может, еще и сюда съезжу. Ладно, выкину я это видео, чтобы знали, что клюет не у всех здесь. Ну все, приплыл я на берег. Саня тоже приплыл. Пойдем посмотрим, что он поймал. Да. Не мой день. Не мой день. О, один прямо красавчик. Один прямо красавчик. Есть же рыба. Есть же рыба. А почему она у меня-то не клюет? Есть же рыба, Сань. Есть же рыба. Ну, вон какая. Ну, не говори. Она ведь разучился нахер. Извиняюсь. Без матерка тут никак. Так, Сань поймал. А вот я поймал. Ну, лошара. Лошара. Такой рыбалки у меня давно не было. Посмотри, тот год я отсюда без рыбы не возвращался. А этот год я отсюда с рыбой не возвращался. Что такое-то? Ну ладно. Вот так и получилось, что я сегодня не снимал, потому что я поймал всего одного. И то камера была в сундучке у меня. Это очень плохо. Ну все. До скорых встреч.